Спасибо, спасибо огромное. Сегодня мы играли для вас музыку Джона Колтрейна. Великолепную, даже нет, это, не велик... это очень возвышенная музыка, на мой взгляд. Очень крутая музыка. Так, друзья мои, я просто счастлив, что сегодня такой замечательный музыкант Олег Грымов, мой старый друг, со своим квартетом исполнил музыку гения, моего кумира, кумира всей моей жизни. Я абсолютно уверен в том, что если бы Джон был жив, а ему сегодня исполнилось бы 93 года, и если бы он чудом оказался в нашем замечательном клубе, он был бы в восторге от того, что музыканты так проникновенно исполнили его божественную, без всякого привлечения, музыку.